кошмар! Что? Что происходит? Ну, они нам врут! Ну что там, все так... Привет, друзья! Привет! У нас сегодня очень необычное видео. Несколько недель назад мы решили сделать ДНК-тесты. Заказали с Светланой каждый для себя отдельную коробочку. Все сделали, как тут сказано, по всем правилам. Все выполнили и отослали в контору. И вот на днях стало известно результаты, и сейчас мы их вам покажем. Мы сами их еще не видели. Да, и дополню, что эти ДНК-тесты мы делали, чтобы определить, кто же мы по национальности. Кто же? Дети вообще американцы русского происхождения. И мы хотим выяснить, кто же мы наши дети на самом деле. Мы хотим выяснить, русского ли они происхождения на самом деле. Ну, короче, получится, что у детей у наших будет 50 папиных ген, 50 маминых. Мы сами эти результаты еще не видели. Поправочка. Света уже заглядывала на мой аккаунт, и она знает, насколько я кто. Нет. А я про открыла... ничего не знаю. Неправда, я открыла аккаунт, и я не думала, что там на первой странице будет. И я увидела первую цифру. Все, больше я ничего не видела. А какая цифра? И эта первая цифра подтвердила то, что я и хотела сказать о моих ожиданиях. То есть ты догадывалась, что я, да? Нет, я... все там ожидаемо. 50% ожидаемо кто ты. Там все ожидаемо. Короче, сейчас мы откроем компьютер и посмотрим, кто мы по национальности, прям в процентах. Я что-то боюсь. Так, Соня, как ты думаешь, кто мама? Русская? Русская. Сейчас. Маме? 41. Маме 41. У меня 41, да. 41, мам, не надо, что ты. Ладно. Старая, так говори. Не надо говорить, что ты такая старуха. А, не снимаю? Да. Так, короче, погнали. Я волнуюсь. Сначала мы будем делать... Сначала мы посмотрим попутчиков результат, потому что это интрига для меня. Для начала расскажу, что когда я познакомилась с моим мужем, я подумала, что он кавказец. Скорее, чеченец, наверное, я подумала. Первое у меня впечатление было. Потом, когда я увидела впервые всю его родню, я подумала, что они евреи. А? И у меня есть такое подозрение, судя по характеру, что ты натурам, что я права, да. Так. Она права. Так что давайте сейчас я первая посмотрю папин результат. А можно посмотрю тоже? Только не выдавай. Ну вы смотрите, а я не буду смотреть. Так, мое предположение, что папа 50% славянин, то есть восточные славяне, русский, одним словом. Ну или украинец, белорус, одно и то же. А вот остальные проценты, я думаю, что там есть обязательно юг. Это или арабы, или Кавказ, или евреи. Но какой-то микс должен быть такой веселый у тебя однозначно, потому что я уверена в этом. Папа, 1%. Так. Английский. Не подсматривай. Мы открываем с Соней. Бу! Я так волнуюсь, не могу. Я так ждала этот результат. Страшно. Так. Чего? А? Мне чего? Смотреть? Нет! Что? Папуча! Что? Подожди! Что? Ты! Подожди! Подождите! Да, очень маленький процент, то, о чем мы думали. Но, папуча, ты больше всего не ожидаешь! Папуча, а теперь попробуй угадай в процентах, кто ты. Давай. 50% славянин. Угу. Соня, не подсказывай, никто не подсказывает. 2-3% Кавказ. Может быть, что-нибудь из севера есть. Оттуда с... Ну, короче, с этой Финляндии. Откуда ты знаешь? Я предполагаю. Я не знаю, я предполагаю. Он знает? Все, тихо. Я же люблю снег и зиму. Так, ты все это? Все. А теперь я тебе перечисляю, потом покажу. 55% Истерн Европа и Раша, то есть славянин. 40%, как ты думаешь, кто это? Финны, Финляндия. Балтика. Ну, что такое Балтика? Нет, финны отдельные, у тебя еще и финны есть. Что такое Балтика? Это Прибалтика, это Латвия, Литва, Эстония. 40%, папульчик, это почти половина. Кто у тебя из предков был прибалт? Не знаю. Вот этого я не ожидала. Пап! 3% европейский еврей. Я же говорю, что там, блин, вот
зарыта, это собака. 3%, значит, ничего. И 2%, смотри. У тебя вообще, у тебя так маленький такой состав. Два Финляндия, чуть-чуть еврей. Ну, короче, понятно, русский. Но Прибалтики, откуда? У меня дети прибалты. Откуда Балтика? Этого я не знаю. Где же твой юг? Неужели твоя внешность вот эта вот чернобровая, это только 3%? Все. Неужели эти 3% так тебя прям это все очернили? Ну как, сдулось? Ага. Чех, Словакия, Польша, Литва. Ты, скорее всего, вообще это из Литвы все твои предки. А это балтийские. Что-то он как-то показывает. Непонятно. Что-то да, я не пойму вообще. Где тут кто это что? Надо будет потом подробнее разбираться, я пока не пойму. Так, а вот какие-то европейские евреи. Да, вот эта часть 3%. И финны. Вот, 3%. 2% финны незначительно. А, это 1080-е годы, где твои предки жили. Польша, Чехия и Словакия. Папульчик, ты не русский. Там опять же. Там же и Литва еще появилась. Папульчик, я в шоке. Ты не русский. О! Осторожно! Вот это я шибанул. Вот это поворот. 1875 год. Твои предки эмигрировали в Америку. У тебя здесь родственники дальние. Лиза! Кошмар! Так, вот это я вообще... Смотри, и они из одного места откуда-то. Из Польши, что ли, эмигрировали в Америку. Все переехали в Америку. А что мы тогда здесь сейчас делаем, если они у тебя еще в 1900 году? А почему мы только-только приехали, да? А здесь немного осталось там людей. Точно. 1925-й? Ну и что, они все в Америке? Как ты попал в Россию? Подожди, но это 25-й год, это уже мои бабушки-дедушки в России. Каким образом тогда все в Америке? Нет, здесь имеются не конкретно твои предки, а твоя группа ДНК. А. Именно вот с твоей группы ДНК вот здесь проживают почему-то. Я вообще не понимаю, зачем вы эмигрировали в Америку в то время. Здесь немного людей осталось. Видишь, там что-то немного что-то осталось. А, вон они где мы. Папучик, ты не русский. Что-то вообще интересно. Ничего русского нет. Вообще, Сонь, как мне дальше ты жить? Ты поляк. Или и с прибалтами, и с евреями. Я поляк. А вообще, я в шоке. Так, короче, если мы попозже разберемся, мы тогда доснимем, да? Потому что я чуть больше ничего не поняла, что здесь и как можно смотреть. Сейчас будет интрига с мамой. Ну что, переходим на маму? Ага. Погнали. Сейчас я скажу, что я о себе думаю. И вообще, у меня родственники все веселые, я веселая. Там наверняка что-то не то, должен быть какой-то подвох. Все, что я знаю про себя, что все всегда жили в России, русские, и у моей бабки была бабка... как ее, цыганка, вроде, но это как мне рассказывали. Вот. Еще кое-какие истории рассказывали, но я думаю, что все это сказки, и что я 95% восточная славянка, Россия, Украина, Белоруссия. Скорее всего, может быть, Польша чуть-чуть. Скорее всего, даже Украина ближе туда куда-то. Потому что мне всегда говорили, что я на Украину. Я думаю, похож. Что может быть процентов 20 от северных народов. А чем я на них похож? Смотри, мое лицо! Такое, с таким лицом люди только живут в России, Украине, в Беларуси. Ладно. Ну что, так, давайте. Смотрим. А, погодите. Что вы обо мне думаете? Подождите. Я тоже думаю, что ты сказала, только я думаю, что северного у тебя точно есть процентов 20. Я не уверена. Я не говорю, что ты якутянка. А, северная это какая северная? Северная часть чего? Я Америки, имею в виду Африки? Северная часть Европы. Ну, финны или... Финны, шведы, Санкт-Петербург, что-нибудь там. А, что вот это? Чего, папучек? Что там страшно? Тогда все смешно? Папучек, кошмар! Что происходит? Они нам врут! Ну что там все так? Что, я хоть русская? А, да? Я не могу сказать тебе, это тайна. Мы не можем сказать. Так, как... ладно. Ты когда покажем. Давайте. Давай. Чего? А что это опять? Ну и кто тут не русским обзывался? Как так? Что там? А при чем здесь Прибалтика?
Я не знаю. Я думаю, папа больше русский, чем мама. У меня хоть 3% или 2. У тебя вообще нет. Нет, здесь написано. Так, ладно, сейчас давайте мы зрителям покажем, я включу камеру. У меня вообще все просто. У меня вообще все просто. Ну где Индия? Где цыгане? Почему у меня тогда... Обманули. Почему у меня дед и дядька чернявые такие все? Обманули. То есть прадед. Лиз, маму обманули. Так, погоди, у меня фамилия Панин. Ну что? Ну это с Польшей, может, так связано. Панин. Паны, да. Все, ты попалась, полячка. Так, ладно, зрителям показываем, а то мы заинтриговали. У меня вообще все... Я очень простая, очень просто все. 52% восточные славяне и 48% прибалтика. Ну-ка. У меня примерно такой же, как у тебя, только у меня вообще, посмотри. Это какая страна? Польша? Вот эта часть у меня больше всего здесь. У тебя было больше к южнее, а у меня вот эта часть, видишь, вот эта. Это что севернее это? Севернее чуть-чуть, да? Что это здесь? Польша же находится, да? Литва? Или Латвия? И у меня 650 совпадений в Литве по родственным связям. Люди, я сейчас в обморок упаду. Все твое родство живет в Литве. Ребята, пожалуйста, дайте мне воды попить. То есть это родственники, которые сдали ДНК свои? Да. Это, возможно, какие-то старые люди совсем. Это могут быть кто-то исторические. Мам, личности. Там у кого быть... известна ДНК? View these matches. Ты можешь посмотреть на них, мамульчик. Их лица есть. Наталья Дэвис. Натали Дэвис. А где она живет? Кузина, четвертая кузина. Ты в 4-6. Кузина. Кузина, да. Ну это все пятиюрдные какие-то уже, да, и дальше. Алена Мартенс, МК. Что такое МК? Яна Канарски, Элла Зимина, Марк Корсинский. Польские какие-то, да, фамилии? Оксана. Просто Оксана. Артурас Вайтелуевикус. Это прибал, скорее всего, потому что какой-то это, да? Угу. Пиндел. Ты заметил у всех фамилии, какие у моих родственников? Ну, может, кто-нибудь с тобой законтачит как-нибудь. Слушай, я в таком шоке, ребята, я в таком шоке, что у меня в Литве больше всего родственников. Давай по годам полистай. А, по годам. То же самое, например, что и у тебя, Вов. Смотри, мы в России вообще не жили, даже в Украине нет, вообще это совершенно другая часть. Польша, Чехия, Словакия, Белоруссии нету, и в Литве уже тоже нету. А как мы так с тобой подобрались, что мы с тобой почти одинакового происхождения у нас это? Не знаю. Как мы почувствовали Может это? Может быть, мы излучаем какой-то запах, который... Это ДНК-тест 100%. Это самый известный, самый популярный сайт, и у него все лицензии имеются, у него самая большая дата данных. Вот этот сайт, это самый достоверный, поэтому именно я здесь заказала. Это ошибки быть никакой не может. Я в шоке. Иначе с нами кто-то... Сейчас мои тоже, наверное, в Америку переедут. Злую шутку. Все равно там? Все там же. Нет, там Нет, же. Вот в Литву кто-то вернулся. Нет, появилась Литва у меня. Видишь, потихоньку перемещается в Литву, но больше всего в Польше. И получается, что у меня в Польше больше всего предков. Я вот, знаешь, папульчик, я тебе честно говорю, я незадолго до этого думала, и думаю, вот меня больше всего Польша интересовала, тянула. Наверняка вот у меня кто-то в Польше должно быть происхождение мое. Ну, ребят, напишите, если я похож хоть немножко на польку. А Колька? А кто? Ой, опять в Америку. Я чуть не пойму, у нас с тобой одинаково все. Может, что-нибудь перепутали? Там же, вот он, Америка, это же Канада. Мальчик, мы с тобой случайно не родственники. Что-то я не пойму, что они издеваются? И опять все так же. И опять Чехия, это Республика, Словакия, Польша. Даже про русских вообще ничего не сказано, про нас. То есть, понимаешь, это вот гены, именно они не наших, прям наших конкретно с тобой предков. Это как перемещались предки с нашими ДНК. Так, и вот опять то же самое, что и у тебя. Жизнь этих чехов, поляков и литовцев в Америке. Нифига не русские. У нас в генах вообще ничего русского нет. У нас даже Украины, Белоруссии нет у меня. Я была уверена, что я украинка наполовину. А я полька. И Литва или Латвия? Литва или Латвия? Ё-моё. Придется учить латвийский язык. Зачем? Поедешь на историческую? У меня даже хуже, чем у тебя. У меня хоть евреи-то чуть-чуть записать. Тебя вообще приманили. У тебя 3%. Посмотри, что с тобой сделали эти 3% из блондина, в кого тебя превратили, в брюнета, в жгучего. Лиз, ты рада? Я даже не цыганка.
индийская. Ты в шоке? Да. Ребят, я вообще, я не ожидала такого результата. Так, фамилии. У тебя у предков какие фамилии были? Мама Проняева. У ее родителей Проняева-Проняев. Проняева-Проняев, да, у них одинаково. А здесь? Страны Капустиных. А, Капустиных знаю, а как бабушку Наташу звали, я не знаю, ни фамилию точнее не знаю. А у меня, главное, все фамилии у предков такие, сплошь и рядом какие-то там высокородные, Панины, с папиной стороны Панины, Барбушины, с маминой стороны Мартыновы и Романовы. Причем здесь Прибалты и Чехи? Ну это, видимо, совсем глубокие предки показаны. В связи с тестом ДНК мы решили посмотреть на наших предков. И начнем с мамы с папы, молодых. Вот это когда мы с папой только познакомились. Год, наверное, где-то знакомство было. Это мы еще не женаты в России. Так, вот это получается или прадед, или прапрадед. Я уже запуталась вашего отца. И вот это тоже, он тоже прапрадед, по-моему. А это ваша бабушка и дедушка молодые. Это родители мужа. Вот еще фотография. Это получается ваша или прабабка, или прапрабабка. Пра-пра-пра. Три раза пра-пра ваша. Или два раза. Вот это я не уверена, не знаю. Кстати, вот эта фотография сделана в городе Вязьме. И там говорят, что раньше жили евреи только. И вот этот известный фотограф Аншелевич. Аншелевич. Фотоателье. Может быть, этот где-то имеет отношение к евреям, я не знаю. Такой у нас папа был волосатый. А вот фотография, это я маленькая. А как... Угадай, где я маленькая? Нет, это мой брат двоюродный. Я рядом, девочка маленькая. Соня, вот она, мама ваша. Вот моя сестра старшая, а это мама. А хорошо. Это ваш папа маленький. Как папа совсем не выглядит. Чуб у него крутой. Наш папа еще. Ну как Дима выглядит? Это моя сестра старшая маленькая. Так, вот тут... Моя мама молодая и сестра старшая. А это моего папы родители, бабушка с дедушкой. Панин и Барбашина у них фамилия. Вот скажите, ну какие они, литовцы? Что? Разве они похожи на литовцев? Они похожи на русских людей. А это мой папа разных возрастов, Панин Николай. Так, совсем молодой он с братом, с его младшим. Вот это он повзрослее чуть-чуть. Это еще повзрослее. Это вот уже совсем уже в возрасте. Он уже умер. А это моя мама. Сестра старше. Так, а вот тут мне, наверное, лет 15. Давно было. Это моя сестра старше маленькая. Все говорят, что Коля на нее похож. Это я уже в университете. Вот она. 91 год. Моя бабушка, папина мама, все говорят, что я на нее похожа. Папин папа, дедушка. Панин. Так, а вот это получается, что, Лизочка, это ваша прабабушка и прадедушка. Это родители бабушки Ларисы. Я не знаю, какой это год, но одежду оцените. Какая одежда, вот сумочка, гляньте, какая. Обувь. Смотри, вот бабушка, ваша прабабушка Аня, скажи, с Семеном похож чем-то вот здесь. Да. Похож, да, на Семена, скажи? Чуть-чуть. Дорогие зрители, на этом все. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! И если вам понравилось это видео, то... Поставьте лайки!